Российский олигархический флот идет на дно. После вторжения в Украину у друзей Путина отбирают роскошное судно, которое бороздили мировые океаны. Нет, будем помнить об этом всегда. А некоторые из них загадочно тонут. Кто из российских олигархов пустил миллионы на воду, смотрите прямо сейчас. На днях в Европе продали яхту «Аксиома». Эта красавица стоит 75 миллионов долларов, и она принадлежала российскому олигарху Дмитрию Пумпянскому. Пумпянский Дмитрий Александрович, президент группы «Синара», Свердловская область. Он – близкий друг Путина, за что попал под европейские санкции еще в начале марта. 20% добычи осуществляется по нашим трубам. Это отдельный сегмент трубного бизнеса. Тогда эту яхту и конфисковали, но с аукциона она ушла только сейчас. И это впервые, когда европейские санкции против российских олигархов зашли дальше ареста или конфискации. Адекватно реагирует на происходящие события и в стране, и в мире. А эта яхта словно «Титаник» среди яхт. Она стоит 50 миллионов долларов и называется «Life Saga». В переводе это означает «сага о жизни». И вот на днях эта сага преждевременно закончилась. Яхта на днях затонула возле острова Сицилия, и она принадлежала еще одному российскому олигарху Геннадию Айвазяну. Он настолько не публичен, что его фото нету в интернете. Но он, тем не менее, является настоящим угольным королем всей России. А эта яхта принадлежит еще одному российскому олигарху Андрею Гурьеву. Ровно 20 лет назад наша компания была официально зарегистрирована. Он с отцом входит в сотню наиболее богатых россиян, и против него ввели санкции Евросоюз, Великобритания и Соединенные Штаты. Запускается новая система поддержки инвестиционных проектов. По данным СМИ, из-за этого страдает недвижимость Гурьевых в Лондоне. А также яхта «Альфа Неро». По данным СМИ, эту яхту задержали и обыскали в Карибском море 4 дня назад. Похоже на сцену из одного из фильмов об агенте 007 с Шоном Коннери. Но именно это и произошло на самом деле в Карибском море, на маленьком острове Антигуа, в более чем 8 тысячах километров от горящей Украины. Это дело рук агентов ФБР, которые не побоялись сделать налет на яхту стоимостью 100 миллионов долларов. Что будет дальше с драгоценным водным транспортом Гурьевых, пока неизвестно. Но вполне возможно, что его тоже будут продавать. Спасибо, Андрей Андреевич. Спасибо большое. В начале мая в Италии заявляли об аресте яхты самого Путина. Никто даже на это не смотрит. Смотреть не хочет. 140-метровая Шахерезада стоимостью 700 миллионов долларов застряла в одном из итальянских портов. Но ее будущее пока неизвестно.